Всем привет! Меня зовут Оля, и сегодня я хотела рассказать про свои покупки, которые я заказала в компании Oriflame. Первое, с чего я начну, это вот такой вот шампунь для волос. Он очень хорошо подходит моим волосам, мои волосы достаточно жирные, и могу сказать, что этот шампунь так прекрасно вымывает, да, вот этот вот весь жир и все, что там прилагается, вот, и волосы становятся такими достаточно пушистыми, они разделены прекрасно друг от друга, они расчесываются хорошо, пахнут нейтрально, очень приятно. Вообще этот шампунь восстанавливающий, но, наверное, так оно и есть. Я заказала себе вот 3 штуки. Дальше я заказала вот такой вот кондиционер для волос после мытья головы, тоже 3 баночки, он с кокосом и тоже очень прекрасно справляется со своей задачей. Используя другие кондиционеры, я могу еще в дополнение использовать какие-то масла, специальные продукты для расчесывания перед сушкой, феном, например, то вот с этим кондиционером мне не нужно ничего использовать, он прекрасно самостоятельно справляется со всеми задачами, которые я ему ставлю, вот, поэтому тоже очень дорожу этим продуктом. Дальше я заказала вот такую вот смывку для снятия макияжа. Она справляется даже с водостойким макияжем. Я пробовала, использовала с водостойкой подводкой, тушью, и действительно оно работает. Ну и, соответственно, с обычной косметикой тоже хорошо справляется. Он такой вот двухфазный, здесь масло, и вот так вот его нужно потрясти, масло поднимается наверх, смешивается также с другим составом и просто прекрасно справляется со своей задачей. Далее это вот такой вот карандаш для бровей, это серия Giordani Gold, давайте я его достану. Чем он мне нравится, он подходит мне по цвету, я обычно использую для бровей тени, но мне здесь что приглянулось, это вот такая вот скошенная, получается, не кисточка, а что это, ну вот, скос грифеля. И с другой стороны у него есть вот такой вот кушон, я им не пользовалась, не знаю, как он работает, но в принципе, в общем и целом, сам карандаш просто прекрасный, его надолго хватает, хоть и кажется, как будто грифеля не так много, но вот я вот своим пользуюсь уже почти год, он у меня заканчивается, поэтому я вот заказала себе второй. И следующий продукт, последний, который у меня был в заказе, это вот такой вот крем для глаз, он еще для морщин, но у меня есть такие мимические морщины, либо они появляются там после обезвоживания, после сна, и он действительно хорошо их, я не знаю, выталкивает или разглаживает кожу, хорошо справляется со своей задачей, и поэтому я заказала тоже еще вот 2-й тюбик, потому что первый у меня заканчивается. Это были все мои покупки, спасибо большое за внимание, всем пока!